Многовойное изгнание оступило на землю, в которой свирепствовала злая чума. Он обладает сказочной силой, ибо он носит титул убийцы дракона, могущественного стража справедливости, чьей ярости нет равных во всем мире. И под ударами его меча пойдет каждый враг, ставший у него на пути. Черт, все закрыто. А, здорово. Мне, как обычно, не везет. Со мной всегда такое происходит. Рита, хватит тебе жаловаться. Быстрей, помоги мне. Ладно. Хорошо, старик. Я помогу тебе. Эй, Джаб, ты тоже помогай. Ведь ты же такой сильный. А, попались глупцы. Что за... О боже, бандиты! Мы можем помочь вам починить свой фургон, однако это дорого вам обойдется. Оу, какая малышка, за тебя на рынке можно выручить неплохие денежки. Не трогай меня, негодяй, тебе от меня ничего не получить. Эй, черт побери, что ты себе думаешь? О, кто она? Кто бы она ни была, с ней что-то не в порядке. Но может быть это и к лучшему. Мы можем забрать ее с этими двоими, чтобы потом позабавиться. Да, ты прав, приятель. Эй, ты там? Что за... Будь ты проклят! Ты заплатишь за это своей жизнью! Какой ты дерзкий! Что этот парень о себе возомнил? Твой большой меч здесь не поможет, смельчак! Давайте! Убьем его, ребята! Ah!
О, благодарю тебя, храбрый воин! Ты спас нам жизнь! Послушай, большой человек, если тебя благодарят, то все, что ты можешь сделать, так это только слушать. А почему бы тебе не добавить? Нам нужна еда, немного денег, что-то хорошее для меня. Черт побери, что это такое, жук? Как грубо, девчонка! Я не жук, я эльф! Эльф, громкий верзи! Ты что, никогда не видела эльфа? Нет, я никогда такого не видела. А ты кто? Меня зовут Рита, и мы даем представление. Этот парень гад! Мой приятель из моей пари. Пусть мой домик. Ну что скажешь? Вы что, наемники? Если так, то выглядите вы очень странно. Путешествует женщина в таком состоянии? Простите, я не хотела вас обидеть. Не стоит сердиться. Кроме того, я в такой же ситуации, как и вы. Эй, давай садись в фургон! Мы уже уезжаем! Давай! Хорошо, пап! Я... мы собираемся дать представление в следующем городе. Почему бы вам не посмотреть? В город ведет только одна дорога, и вы быстро его найдете. Эй! Почему ты задерживаешься? Уже иду! Я хочу сказать, спасибо, что спасли нас. Пока. Путь! Ну! Артистка? Что-то она мне не нравится. Эй, Каска, куда ты? Наверное, она хочет посмотреть на это представление. Город тут неподалеку. Почему бы тебе не сводить ее? Забудь об этом, Пак. У нас нет на это времени. Но даже тебе иногда нужно отдыхать. Только работай и не развлекайся, ты станешь нелюдимым. Ну, я хочу сходить. Ну, мы оба хотим увидеть представление. Ну, прошу тебя, ну, пожалуйста, ну, пойдем же. Ну, давай, Ганс, ну, прошу тебя. Ладно, нам все равно нужна еда. Я голоден. Ура! Ты слышала, Каска? Он сказал, что мы идем. Это только догадки. Но я уверен, этот фургон